Всем привет! Это Тип-Топ ТВ, я Марина, и вы снова со мной, я с вами. Сегодня мы с вами будем рукодельничать, конструировать, что-то такое с вами будем изобретать. А делать мы сегодня будем с вами очень интересные подсвечники, а также колбы на ножках. В виде ножек мы будем использовать вот эти подсвечники из фикс-прайса, но они у нас будут служить как подставки. Очень, кстати, сложно отклеить вот эти все ценники, которые иногда даже на самом видном месте у вазы приклеены, но с помощью воды все это можно отмочить, и все удаляется. Клей тоже удаляется тряпкой. Склеивать можно с помощью клеевого пистолета, тоже продается в фикс-прайсе, и клеевых стержней, но это самое элементарное, что можно придумать. Или еще в фикс-прайсе я увидела, посмотрите, какие наборы клея. Значит, здесь 5 штук суперклея и универсальный клей. Все это 55 рублей стоит этот набор. И, кстати говоря, здесь тоже написано, вот, склеивать пластик, металл, резина, кожа, стекло и керамика. Поэтому нам это с вами подходит. Как раз испытаем клей. Также нам понадобятся различные вазы, которые тоже можно было купить в фикс-прайсе, по-моему, по 99 рублей. Лимонницы тоже из фикс-прайса, различные стаканы, ароматические свечи в стекле, ну и много чего еще другого. И если вам интересна эта тема, то оставайтесь в ближайшие 10 минут со мной, не переключайтесь. Для чего вообще все это нужно, для чего нам нужна вся эта суета, конструирование, трата времени, как многие скажут. А для того все это нужно, чтобы у нас были какие-то индивидуальные ручной работы, неповторимые украшения праздничного стола, которые обязательно удивят ваших гостей, родных и близких. Давайте начнем с самого простого. Модернизируем вот эту ароматическую свечу, которая продается в фикс-прайсе, притом они были разных цветов. Подойдет любая. Снимаем крышку. И возьмем вот этот подсвечник, который у нас будет в качестве ножки. Ну вот, первый подсвечник готов, модернизированный. Он теперь будет возвышаться над тарелками. Можно сделать несколько и установить их в разных частях стола. Я бы не стала сюда никакие приклеивать еще стразы дополнительные, хотя можно пустить по кругу еще цветные какие-то варианты. Вот. Но я считаю, это уже будет лишнее. Он, в принципе, интересен именно своим минимализмом. Если же в вашем фикс-прайсе уже нет таких ароматических свечей, готовых в стаканах, купите просто стаканы, они сейчас тоже продаются, по-моему, по 25 рублей, и используйте их. Просто внутрь можно поставить любую свечку. И праздничный подсвечник готов. Также есть различные варианты стаканчиков с гранями. Посмотрите, какая красота. Сейчас мы приклеим, и их тоже есть. Смотрите, какие крупные грани. Они очень красиво будут переливаться от света свечи. Клей очень хорошо клеит, практически потом невозможно оторвать, как только он схватится. Вот, главное дождаться. Если вдруг что-то неровно получилось, значит, можно еще поправить. Есть несколько буквально секунд. И получился подсвечник в виде кубка. Смотрите, какая красота. Что еще можно придумать с помощью вот этих подсвечников ножек? Мы их назовем так.
Если мы склеим два подсвечника друг с другом, то получаем конструкцию повыше. Получается, смотрите, какая ажурная высокая ножка. Мы можем также очень удачно использовать вот эти лимонницы. Они будут хорошо смотреться на ножках. Причем как на маленькой ножке, на короткой ножке, так же и на длинной. Вот. И тоже можно разместить или вместе, или на разных концах стола. В виде новогодних композиций можно дополнить искусственным снегом, украсить еловыми веточками, шишками. В общем, тут простор для фантазии огромный. Если вы успели купить вот такие подсвечники за 77 рублей, они продавались несколько месяцев назад, возможно, они еще у вас остались в фикс-прайсе в продаже, посмотрите, что можно с ними придумать. Тоже приклеить лимонницу, которая будет очень, посмотрите, как элегантно смотреться на такой тонкой ножке. Что мы можем придумать здесь? Был салатник, а стал конфетницей. Посмотрите, какой получается интересный вариант в виде кубка. Или, например, вот эти два салатничка, которые продаются в наборе по 99 рублей. Из них получатся очень красивые, элегантные конфетницы или вот такие вазочки на ножках. Посмотрите, и здесь вот именно вот этот кружок, он совпадает с диаметром вот этого основания подсвечника. Вот получится, какие красивые вазочки на ножках. Посмотрите, какие ажурные получились, воздушные. Совсем другой вид. Сейчас в моде стеклянные колбы различных размеров, различной высоты. С помощью них можно очень красиво декорировать стол, потому что внутри можно располагать различные композиции новогоднего характера. Например, в фикс-прайсе продавались банки с крышками, еще были такие же банки со стеклянными крышками. И вот таким образом можно убрать крышку и использовать эту банку как основу. Вот, мы получим очень удобную декоративную колбу. Просто поместите сюда елочную ветку, мишуру, различные игрушки и также светодиодные лампочки. И вы увидите, как преобразится праздничный стол. Также сюда можно засыпать и конфеты, и различные сладости, и печенье имбирное, например. Тоже все это будет здорово смотреться на новогоднем столе. И разнообразить сервировку. Также под колбу на ножке можно использовать и вазы, которые стоили также 99 рублей в фикс-прайсе. Притом были и сужающиеся кверху, и наоборот расширяющиеся кверху. Тоже они идеально послужат. Вот, в виде колбы на ножке. Все это сейчас очень модно и очень красиво смотрится. Овальный салатник из фикс-прайса тоже преображается. На ножке он смотрится гораздо наряднее. Посмотрите, какая красота. И посмотрите, как красиво будет сочетаться на столе сервировка из овальной конфетницы и двух круглых, посмотрите, вазочек. Ну и в завершении всего давайте модернизируем тортницу. Как вы уже видели, в IKEA продается очень красивая тортница с колпаком на ножке. Она именно на ножке. Почему? Потому что очень красиво, когда торт или какие-то пирожные, или что-то такое в
вкусная, возвышается немножко над всеми тарелками на столе. Не бойтесь, ножка приклеивается очень-очень крепко. Вот. Все устойчиво, композиция никуда не перевернется. И посмотрите, какая красота. У нас получилось уже настоящее праздничное блюдо для главного события стола, для чаепития праздничного. Вот. И на ножке. Видите, как прочно все держится. Здесь красивый бортик как раз позволяет любоваться выпечкой. И посмотрите, как подходит по диаметру бумажная салфетка под торт, как раз под диаметр торта. Что еще можно придумать? Давайте сделаем двухъярусную этажерку. Нам понадобится всего лишь навсего вторая такая ножка, но мы ее будем приклеивать не таким образом, а вот таким. Так что вот такую красоту вы можете создавать своими руками. Фантазируйте, придумывайте новые-новые варианты, что можно склеить из стекла с помощью вот этого суперклея. Самое главное, что это все неповторимо, этого вы не найдете в магазинах. Все это будет стоять у вас в единственном экземпляре именно на вашем праздничном столе. И, конечно же, гости по достоинству оценят все ваши старания. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, что это видео было вам полезно, а также интересно. А если это так, то ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие выпуски. Желаю вам здоровья, с наступающим Рождеством и Новым годом. Конечно же, вам счастья, здоровья, благополучия, удачи в Новом году. Вам и вашей семье самое главное – крепкого здоровья. Всем пока и оставайтесь со мной.